Представители посольств 12 стран нанесли визит в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР по приглашению местного правительства. В делегации в том числе представили Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Гостям рассказали о достижениях Синьцзяна в социальной и экономической сферах. Дипломаты посетили специальную экономическую зону в Кашгаре. Сельские заводы, созданные благодаря льготной политике местного правительства для привлечения инвестиций крупных предприятий, а также центры профессиональной подготовки, платформы для обучения и трудоустройства местных жителей в целях борьбы с бедностью и экстремизмом. Культурное наследие, еда, архитектура заставляют меня чувствовать, что я вернулся в историю. Я думаю, что инициатива «Один пояс, один путь», предложенная китайским лидером, очень разумна и помогает людям в Кашгаре развиваться. Думаю, что это хорошая стратегия — использовать географические преимущества региона для укрепления взаимосвязи с соседними странами, что может способствовать общему развитию и экономическому процветанию. Приобретают новые навыки для себя. Также они в дальнейшем могут реализовать их, уже находясь в городе. Те условия, которые создало правительство Китая для данных студентов, она позволяет говорить о том, что правительство Китая очень серьезно заботится о своих гражданах. Сегодня мне посчастливилось, и мне подарили картину одного из таких студентов. Очень красивая картина, которую представляет Синьцзянь. Именно правительство Китая, правительство СУАРа, которое полностью дает возможность гражданам своей страны приобретать для себя новые профессии. Поэтому удачи всем в данном направлении.